Уважаемый господин министр, дорогие друзья, наши страны успешно и последовательно развивают отношения дружбы и партнерства. الصداقة والتعاون بين البلدين والتطور للنجاح. И ближние условия этого взаимодействия являются серьезным фактором, который работает в пользу стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. وفي الظروف الحالية أصبحت لهذه العلاقات أهمية في مصلحة استقرار الاستقرار في الشرق الأوسط. Намерены укреплять наше внешнеполитическое взаимодействие, развивать доверительный политический диалог и продвигать наши двусторонние отношения во всех без исключения областях. Так что я считаю ваш визит абсолютно своевременным. И уверен, что он позволит рассмотреть конкретные задачи, которые перед нами поставили руководители наших государств. Спасибо большое. Спасибо.